Открытие первого в прошедшем году участка новой набережной приурочили ко дню рождения любимого города. 500 метров от улицы Мухина до Артиллерийской предстали взору горожан 7 июня. И сначала обновленный участок оценили опытные специалисты. Конечно, сегодня, имея вот такие строительные материалы, современные, которых у нас в свое время не было, конечно, город и набережная выглядят очень искусственно, красиво, изыскательно. Вот действительно праздник для строителей. С речами и напутствиями, впрочем, затягивать не стали. Разрезали красную ленточку, и горожане отправились прогуляться по новой брусчатке. Властям и строителям прохлаждаться оказалось некогда. Слишком много работы было впереди. Стоят планы до конца июля построить участок от Артиллерийской до парка 40 лет ВЛКСМ и от Святителя Иннокентия до улицы Пионерской ко 2 сентября. Вот это наши планы на будущее в этом году, которые мы должны вместе со строителями совершить уже в рабочих буднях, без шариков, с ручками, на рабочих совещаниях. Планы в жизнь воплотились. Увидеть еще 576 метров обновленной набережной горожане смогли уже в июле. Причем работы на участке от Артиллерийской до Батарейной строители завершили раньше срока. Другой отрезок от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской открыли только в октябре. Комиссия по приемке оценила тогда и гранитную облицовку, и тротуарную плитку. И это только малая часть преобразований. Набережная поднялась на 8 метров от существующей данной отметки, которая была. Это была отметка 121 метр, сейчас 128 метров. Ну и шире она стала порядка на около 100 метров. На строительство этого отрезка шириной в 20 метров ушло около 50 миллионов рублей. Из общей суммы в 150 миллионов, что предназначено на реконструкцию всего 7-го участка набережной от Святителя Иннокентия до Пионерской. Остальные средства освоят уже в 2015-м. Они пойдут главным образом на благоустройство. Здесь оборудуют большую пешеходную зону, цветники с автополивом и детскую площадку размером целых 200 квадратных метров. Позже вдоль новой набережной установят видеонаблюдение.